Основатель самой популярной российской социальной сети ВКонтакте Павел Дуров подал в американский суд на своих бывших коллег по бизнесу из компании UCP. По словам экс-гендиректора ВКонтакте, группа представителей UCP вступила в сговор с целью взятия под контроль сервиса Telegram, которым он владеет. Истцы – сам Дуров и две его компании – ответчики UCP, управляющий партнер UCP Илья Щербович, партнеры UCP Виктория Лазарева и Юрий Кочура, а также бывшие партнеры Дурова Илья Перекопский и Аксель Нев. Также в числе ответчиков три бывшие компании Дурова, которым принадлежит часть активов мессенджера Telegram. Дуров просит суд компенсировать убытки и признать его законным владельцем всех активов Telegram. Сумма претензий в иске не указана.